Добрый день. Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель» у студії Наталі Ігнатенко. От студента до ректора. Сьогоднішнього дня керувати Гомельським державним університетом ім'я Франциска Скорини буде новий ректор. 32 роки тому Сергій Хахомов був залічений на перший курс фізичного факультету ГДУ. За три з невеликим десятигодді пройшов усі приступки. Був загадчиком кафедри, деканом, проректором. На новій посаді він замінив Олександра Рогачова, який керував університетом на протягу 12 років, а зараз застанеться працювати на факультеті фізики. По словах Сергія Хахомова, приємно і гонорово підтримувати узяти попереднім ректором курсу розвитку науки і адукаційного процесу. Мероприємство з нагоди нового назначення відкрив перший намісник міністра адукації Білорусі Вадим Богуш. Йон уручив Сергію Хахомову посвідчення ректора і нагадав, що головне зараз – розвивати наукові школи і підтримувати міжнародне супрацовництво у сфері адукації. Буквально місяць назад наша делегация находилась в Польше, в городе Вроцлав, и мы подписали договор об открытии белорусско-польской лаборатории научной в области Зольгель-технологий и вакуумно-плазменных технологий. Поэтому мы будем развивать научное сотрудничество с ведущими мировыми державами в той или иной области. В области учебной работы мы предполагаем открыть новые специальности, которые востребованы в нашем регионе и востребованы в Республике Беларусь. До прикладу, за апошнія гады на базе математичного факультета почали вести навучанне специалистов у сферы IT-технологии. Новые специальности будут открыты и на психологическом факультете. Гостей з Венесуэлы сёння сустракалі ў гомельскім гарвыканкамі. Візіт у абласны цэнтр не першы. Супрацоўніцтву ўжо 7 гадоў. За гэты час у горадзе над Сожам створаны і паспяхова развіваюцца разнастайныя сумесныя культурныя і адукацыйныя праекты. Так у Гомелі існуе школа імя Франциска де Міранды, нацыянальнага героя Венесуэлы, вядомага рэвалюцыянера і мастацкага дзеяча. Тут вывучаюць не толькі іспанскую мову, але біяграфію Міранды і яго ўкладу ў гісторыю. Дарэчы, падчас сустрэчы прагучала прапанова арганізаваць узаемныя паездкі гомельскіх і венесуэльскіх школьнікаў. Нашым дзецям будзе цікава не толькі наведаць гэтую рэспубліку, але і палепшыць веданне замежнай мовы. Дарэчы, у сярэдзіне ліпеня спаўняцца 200 гадоў з дня смерці Франциска де Міранды. І госці з Венесуэлы выказалі жаданне даць даніну яго памяці не толькі на сваёй зямлі, але і ў Гомелі. Напрыклад, прадэманстраваць нашым кінааматарам мастацкі фільм аб рэвалюцыянеры, перекладены на русскую мову, а так само скласти кветки до его бюста, які знаходзіцца ў калекцыі музея палацава-паркавага ансамбля. Дарэчы, менавіта гэтая культурная установа для гасцей з Балівраянскай Республікі – любимое месца прагулак і адпачынку. Если бы меня спросили о том, какое мое любимое место в Гомеле, я бы без сомнений сказал, что это дворцово-парковый ансамбль Румянцевых-Паскевичей. В этом месте объединяются и история, не только Белоруссии. На развітанне Херарда Эстрада Мартинес атрымаў фотоальбом с репродукциями Гомеля и самыми цікавымі и значными звестками с истории города, а так само официальное запрошение принять удел разом со знакомитыми музыкантами Венесуэлы у Сожским карагодзе. Нацыянальны банк Беларусі растлумачыў парадак пераліку некаторых дэпазітаў пасля дэнамінацыі. Так пералічваць сумы па дагаворах укладу, аформленых ашчаднай кніжкай альбо дэпазітным сертыфікатам, банкі будуць па стане на 1 ліпеня ў суадносінах 10 тысяч да аднаго. Атрыманыя значэнні акругляюцца да цэлай беларускай капейкі. Калі укладчык звертаецца ў банк за атрыманнем усёй сумы па дагавору укладу, карэкціроўка сумы не патрабуецца. Калі ж за частковым атрыманнем альбо папаўненнем дэпазіту, то такім выпадку яна неабходна, прычым у новых грошах. Пасля чаго будзе зроблены адпаведны запіс «Дэнамінавана». Па любым пытанні, звязаным з дэнамінацыяй, можна звертацца да банкаўскіх кансультантаў. Але ж спецыялісты супакойваюць, загадзя забіраць грошы з укладаў не трэба. Дэнамінацыя – это чисто технічны вопрос. Он касается как и депозитов, так и кредитов. Никаким образом он не повлияет ни на курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам, ни на уровень инфляции. Будут убраны 4 нуля, например, если вклад порядка 20 миллионов, то с 1 июля будет произведен перерасчет. То есть убирается просто 4 нуля. Это то, что касается непосредственно деноминации. Так что здесь бояться ничего
не надо, потому что, я еще раз повторяю, это чисто технический вопрос. Нагадаем, что банки будут заходи информовать насельництво и об размещении банкоматов с новыми грошима. У приватности рекомендовано выкористовывать банкноты номиналами 5, 10, 20, 50 и 100 рублей. Причем монеты банкоматы выдавать не будут. Отримать их можно у якости сдачи у крамах альбо разменять у банках. Апошняя процедура бесплатная и будет дейничать полгода с моменту проведения деноминации. Размова про приватизацию жилья пойдет сегодня в программе «Диалог». Гостем студии будет наместник генерального директора Гомельской областной жилево-коммунальной господарки Олег Спиридонов. Программа выйдет в эфир на телеканале «Беларусь-3» о 18:30. Свои вопросы вы можете задать, потелефоновавши по номеру прямого эфира у Гомеле 77-68-45. Протягиваем выпуск. 19 червня люди, которые имеют дочинение до сферы охраны здоровья, означают свое профессийное свято. Традиционно в нашей стране его святкуют в третью неделю червня. На передодні этой даты у областном громадско-культурном центре отбылся урочистый сход, на котором лучшим медикам Гомельщины вручили заслуженные узнагороды. У залі Гомельского областного громадско-культурного центра медики, керовники установ охраны здоровья, фармацевты, навуковцы, выкладчики медицинского университета и ветераны сферы охраны здоровья. Усяго каля тысячи человек. Тут, напередодні своего профессийного свята, слово віншаванню яны отримали от керовников в области, города и представников профсоюзного руху. В преддверии профессионального праздника, прежде всего, я хотел бы выразить слова искренней благодарности и признательности всем медицинским работникам Гомельской области. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям и надеюсь на то, что наш труд позволит улучшить доступность и качество медицинской помощи населению нашего региона. Сегодня в Гомельской области работает 6 тысяч врачей. Лепшие из лепших подчас урочистого сходу за особливый уклад в развитие системы охраны здоровья, удостоенных гоноровых грамот и подяк. Их отримали несколько десятков человек. При этом сярод узнагородженных были сотрудники не только наибуйнейших храмов здоровья в области, але и невеликих медицинских установ. Так, за минулый год высокий уровень профессионализма проявили медики из Ельска, Добруша, Ветки, Нароли и многих других районных центров. Кто является лучшим, это тот человек, который сделал что-то не рядовое, не стандартное, оказал много помощи большому количеству людей, на которому приходят, просятся люди прийти к нему именно. И отзывы о его работе всегда заслуживают великолепные оценки. Дякуючи праце гэтых людзей на Гомельшчыне дасягнуты высокія паказчыкі па развіцці матэрыяльна-тэхнічнай базы, укараненні новых методык дыягностыкі і спецыялізаваных відаў медыцынскай дапамогі. У выніку ўсё гэта дапамагло палепшыць асноўныя паказчыкі здароўя насельніцтва. Акрамя таго, цеснае ўзаемадзеянне навукі, практыкі, санітарна-эпідэміялагічнай службы і фармацыі дазволіла Гомельскай вобласці вось ужо 3 гады запар трывала займаць лідзіруючыя пазіцыі ў нашай краіне. Ганна Кавалёва, Дмітрый Радзянка, тэлерадыёкампанія Гомель. Наука у погонах, высокие технологии на обороне громадской безопасности. Все это служба судовых экспертиз. Сегодня часто менавіта яны ставят апошнюю кропку, особливо заблытанных криминальных справах. Программа «Надзвичайная ситуация» телерадиокомпании «Гомель» поспробовала докрануться до некоторых секретов Держкомитета судовых экспертиз. Здымочная группа доведалась, что приоритет сегодня надается доследованием наркотичных сродков и злочинствам у сферы компьютерных технологий. Например, сегодня тут здольны обновить весь массив информации, навод с отформованного винчестера. Таким чином, именовито от техничной узброенности и квалификованности экспертов, залежит доказальная база следства, а значит, лёс обвинаваченных особ. Зразумело, далеко не все секреты службы открыли эксперты и корреспондентам программы. Однако то, что урэшце трапило у объектив, великая тема для сапраўднага детектива. Об гэтым не только. Глядите сегодня у программе «Надзвычайная ситуация» у 18:20 на телеканале «Беларусь-4 Гомель». Гэтыя, а таксама іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі працавала Наталья Ігнатенко. Усяго вам добрага і да новых сустрэч у эфіры.